Видимо, у меня эта неделя будет неделя 91. Серьезно, потому что сейчас я буду снимать реакцию на 91. Leave Me Down плюс City Can't Hold Us. Это их не лайв. Посмотрим. Живой звук. Это круто. Все равно как будто музыки не хватает, да? Вот именно не пианино, а именно персональной музыки. А так слушать, конечно, приятно. Спасибо девочке, мальчику, кто снял это. О, там еще этот идет. Как кино, прикольно. Только что услышал, как микрофон шумит, на фоне было. Че их только трое? Где еще? Вау. Скорее всего, будут где-нибудь все вместе, да? Вау. Это... Это рэперы, да? Я понимаю. И вот так, даже, знаете, даже, блин, мимика, все как у G-Dragon'а, и вот таких звезд, ну... Как у них такой голос получается? Только народу. Они как эти, как топ G-Dragon'ов, серьезно. Мне нравится. Ha ha ha!
Мы песню прикольно переделали. О, там кто-то вышел сзади. О, ребята. Так быстро. Чистенький мальчик, он такой милашка. Ну какой хорошенький. Они прикольные. У него такой голос, бас такой прям красивый. Вау, вау. На любимую часть. Прикольная. Казахстан, гордись, Найнти Вайн. Эти мальчики, они обалденные. Вокалист. Кому представился, короче? Оба. Самый миленький из них. Прикольно. Блин, они прикольные. Рахмет Алматы, блин. Могу то же самое сказать вам. Рахмет. Мне очень понравилось, серьезно. Эти мальчики, они потрясающие. Да. Все классно. Спасибо большое, что скинули мне эту песенку. Я прям вообще... Песенки, этот концерт мне понравилось. Спасибо вам. Вы у меня самый лучший, самый любимый. Спасибо вам большое. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте палец вверх. Пишите в комментариях, буду очень рада. Спасибо всем. Пока-пока.